В британском городе Стоук-Мандевиль продолжается чемпионат и первенство мира по легкой атлетике среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. В составе сборной команды России в соревнованиях участвует воспитанник Новочебоксарской детско-юношеской спортивной школы номер 2 Константин Репин. Накануне он завоевал серебряную медаль в беге на 400 метров. По словам личного тренера спортсмена, заслуженного тренера республики Андрея Михайлова, его подопечный пробежал дистанцию с личным рекордом 54,48 секунды. Напомню, 17-летний новочебоксарец является многократным победителем и призером юниорского и молодежного первенств мира по легкой атлетике среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.